Я выучила стихотворение, но буду подсматривать. Сегодня необычный день. Сегодня день рождения. Не просто день, а юбилей любови наконечный. Любовь — прекрасный человек и творческая личность. Хранит очаг десятки лет, а выглядит отлично. В общении всегда проста, не судит и не плачет, ведь широка ее душа. Душа от счастья пляшет. Богатый опыт за спиной работы педагога. Ученикам в мир голосов она дала дорогу. Дарила знания и любовь ученикам сердечно. Те благодарны ей за то и помнить будут вечно. А как прекрасен ее голос, ведь это дар от Бога. Звучит так чисто, так легко, прозрачен, словно воздух. Голосовой диапазон, он так широк и необъятен, и потому репертуар огромен, многозначен. Всю свою жизнь любовь поет и дарит радость людям, ведь песнями она живет, и голос ее звучен. Еще Господь послал ей дар стихи писать и музыку, и вот ее репертуар, как ожерелье жемчужное. Прекрасный возраст наступил, и дети есть, и внуки, полна еще душевных сил, не мается от скуки. В проекте «Танцы для здоровья» любовь всегда участник, и танцевать она готова, ведь танцы — это счастье. Она на месте не стоит, а сама развивается. Ангел и китайские языки уж ею изучаются. Хочу тебе пожелать такою оставаться, от счастья петь и танцевать, и жизнью наслаждаться.